Обласная рэпертуарная камісія на пасяджэнні збіраецца адзін раз у месяц. Галоўная задача праглядзець да 50 трэйлераў і выбраць каля 15 фільмаў, якія будуць дэманстравацца ў кінатэатрах Гомельшчыны. У складзе камісіі дырэктары кінаўстаноў, якія добра ведаюць, што павінна спадабацца гледачам. Абмеркаванне праходзіць актыўна, у нейкія моманты нават эмацыянальна. Ацэньваецца ўсё, і магчымая камерцыйная выгада, і ўзроставыя абмежаванні, і сацыяльны аспект. И отрадно, что сегодня вот мы будем рассматривать два проекта белорусских авторов, которые были представлены продюсерами. Это фильм «Партизан фильм» Андрея Курейчика и фильм «Видеорегистратор». Принимается решение коллегиально, учитывается достаточно большой комплекс факторов, показывать этот фильм, рекомендовать, вернее, к показу или не рекомендовать к показу фильм в кинотеатрах, учитываются особенности каждой территории, каждого кинотеатра. Поэтому делается все, чтобы кинотеатры наши обладали таким насыщенным и очень разнообразным репертуаром. Беларускія фільмы ў кінатэатрах Гомельскай вобласці сёння не такая ўжо і рэдкасць. З 8 сакавіка «Мужчыны», «Я не вярнуся», «Вось гэта каханне», «Сляды апостолаў», «Кіндэрвілейскі прывід», «Граф у апельсінах». Нешта з гэтага беларускія кінематаграфісты знялі разам з калегамі з іншых краін. Нешта самастойна. У гэтым годзе Дзень беларускага кіно ў Гомелі адзначылі паказам стужак рэжысёра Віктара Турава, якому сёлета споўнілася б 80 гадоў. Иностранные блокбастеры, сами понимаете, притягивают зрителей именно своей зрелищностью. Ну, а у нас, конечно, кино свое, белорусское, особое. То есть это кино, которое снимается для души. Вот. Ну и, соответственно, зритель должен понимать, какое кино он хочет смотреть. Олег Сенцюров, Сергей Нігеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».